Андрей, что это у тебя такое? Ой, шарик! Шарик, какой шарик. Красивый! Красивый! Здорово, что мы здесь остались на этой планете. Ой, простите. Ребята, мы просто заигрались на вашей планете, так здорово! Вот, да. простите нас! Простите. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, такой классный шарик! Вообще, так, у нас на нашей планете таких шариков нету! Вот такой А у нас только нарисованные! Шарики и все. А это настоящие. Вот, и вообще, мы так любим играться с вашими игрушками. Вот, такая классная ворона. А у вас есть дома игрушки? Да, есть у вас игрушки. Есть? А какие ваши любимые игрушки? Машинки? Куклы? Вот это да! Что? Пазлы собираете? Что ты сказал, Мишка? Слышишь, что он сказал? Да, знаешь, что он сказал? Лего у него тоже игрушка такая. А вот слушай, что Наташенька говорит. Слышишь? Она говорит, самый главный секрет, чтобы игрушки жили долго, это нужно с ними хорошо обращаться, любить их, мыть, одевать, кормить, может, даже иногда. Да, а вы хорошо обращаетесь своими игрушками? Да. А? Хорошо? А как вы? Вот, например, вот мы с вашими игрушками будем обращаться вот так. Мы так и на своей планете обращаемся. Да. Аккуратно вот так, посадили, вот не бросили вот так. Да. Не надо ее бросать. Не надо. Надо. Вот так аккуратно посадили. Да. Вот и лапки сюда свесили. Вот так заводите, когда она вот так сидит, да. Так же плохо, правильно. Вот так лучше. Вот, а при том, при всем, вот когда игрушки все разбросаны, сразу вот мама, папа расстраиваются, начинают ругать. Вот, не надо. А вы аккуратненько поставили, положили, положили. Все и игрушки будут довольны, всегда с вами дружить. Вот так все собрали. Вот, они будут у вас жить долго. Вот. Ой, что-то мы заговорились. Что? А, совсем забыли. Конечно, мультфильм будем смотреть. Будем смотреть? Да. Шарик, пошли, садись. А подожди, а после мультфильма знаешь, что нужно делать? Что? Нужно сказать ребятам, что после мультфильма нужно почистить зубки и ложиться быстренько в постель. Да. После мультфильма обязательно идете в ванную, чистите зубки и потом спать со своими любимыми игрушками. Пошли. О! Ого! Вот это да!